Всем здорово, ребят! С вами я, Егор. И знаете, где я сейчас нахожусь? Правильно, на мемориальном комплексе Штыгеп. Первое знамение Победы, второе Бородино. 40 километров по Ленинградскому шоссе. И все это я вам расскажу сегодня. Ни на каком уроке истории, нигде, даже не на одном видео. Только у меня. Смотрите до конца. Поехали. В 1963-м учительница по биологии школы 842 вместе со своими детьми решила сходить сюда на экскурсию. И вдруг они натыкаются на тела погибших советских солдат. А вот сейчас вот этого места, которое вы сейчас видите, его еще не было. Изначально на этом месте была большая воронка от разорвавшегося снаряда. Ее расширили и углубили. И начали хранить сюда останки советских солдат из всех деревень, округ. Именно отсюда был взят прах неизвестного солдата и отнесен к московским стенам Кремля. Кстати, это произошло в 1968 году. Давайте поговорим все-таки о самих штыках. Почему их три и почему все-таки штыки? Тут совместились три войска. Танковые, артиллерийские и пехотные. А почему его штыки? Потому что на этом месте, как раз таки 40 километров от Москвы, было главное место войны. Не хватало 40 километров до захвата Москвы. И поэтому здесь было сосредоточение больше всего народов, людей и пушек, и зенитных орудий. Проектировал памятник сам Игорь Александрович Покровский. Это, кстати, самый главный инженер Зеленограда. Строили его местные жители, ветераны войны и строители. Кстати, мой дедушка рассказывал, когда он строил дома в этом городе, он, кстати, был строителем, они чуть ли не каждый день вызывали саперов, чтобы разминировать мины и разные неразрушившиеся снаряды. Мы когда с мамой вчера сценарий прочитывали, повторяли, она рассказала, то, что где-то вот там за этим памятником был один большой дуб, вот такой вот большой-большой. И на нем были осколки разных снарядов и еще... была прикреплена фотка трех молодых советских женщин. Памятник строили 10 лет и торжественно завершили в 1974 году. Он, как тогда, как сейчас, остается главным символом свободы и благодарности советским солдатам, что завершили эту войну. Приезжайте в Зеленоград, можете увидеть это своими глазами. Всем спасибо, всем пока!